со всех сторон молнии. Так вот било, по голове было очень больно. Все эти молнии, громы, все это прямо рядом, прямо над нами. Вы знаете, очень страшно. Град, Белла, град! Посмотри! Начинается зона одностороннего движения. Град опять! Опять град! Вокруг молоко, просто молоко. Впереди опять сверкают молнии. С первым шлизованием. Ну что, прибавлять ход? Здесь якорная стоянка. Стоят баржи, ждут шлюзования. Нам повезло, не было очереди. Вот так мы прикрепили на носовой рейлинг кранец, для того, чтобы его не царапать во время шлюзования. Такой вариант мы подсмотрели у яхты «Елена», которая ходит у нас на Клязьминском водохранилище. Оказывается, очень полезная вещь. Пока сами не попробовали, не могли оценить. Поднялись мы на верхнюю свирь, или как она правильно называется, точно не знаю. Если там внизу до шлюзования ветра не было, стоял штиль, было тепло. Как только вышли из шлюза, сразу обдало холодным ветром, и мы все оделись в курточки. Здесь достаточно узкий фарватер, обозначен с двух сторон даже не буями, а вот такими знаками, стоящими на насыпях. По краям, видимо, очень мелко. По нашим прикидкам, нам еще идти 5 часов до следующего шлюза. И за этим шлюзом есть якорная стоянка, где мы планируем остановиться. Придем мы туда часам к 10 вечера. Сымлянская ГЭС. Далеко забралась? Да. Вот гроза. Мы наблюдаем за тем, как бьют молнии, и надеемся, что сами под нее не попадем. Такой был сегодня теплый день. Так хочется, чтобы он оставался таким до самого вечера. Здесь невероятно красиво.
сейчас нас на открытой акватории не достало. А то мы самой высокой точкой. Да. А что будет, если нас попадет молния? Ну, все наши электроники придет хана, как минимум. Ну, а мы-то выживем? Ну, может, пожар возникнет. Мы подходим к деревне Мандроги. Нету пока. Очень развитый туристический центр. Видел, Олег? Надо отсюда убираться. Все ближе и ближе эта гроза к нам. Прям рядом с нами все сверкает. Гром над нами, а впереди пелена дождя. Тут разворачивайся, иди назад. Смотрите, градинки! Охренеть! Вообще-то больно! Ой, Господи! Ой, блин, больно! Белла, уйдите отсюда! Белла, дай нам очки! Мне? Причем, видимо, некоторые градины достаточно большие. Меня очень больно по уху сейчас ударило. Хотя я как Витя в капюшоне. Черт, блин, Витя, он все больше и больше. Прятаться под козырьком. Льют просто потоки, а рядом такая вот туманность. Вот в этой туманности сверкает. Ой, это вся туча идет перед нами. Испытали на себе типичный фронт окклюзии. То холодный, то теплый ветер, проливные дожди, грозы. Все как по град, вот это было самым неожиданным. Потому что меня через капюшон просто так вот било, по голове было очень больно. Начинается зона одностороннего движения. Для нас, собственно говоря, не очень ожиданная. Это возможность. Смотрите на Вионик, к сожалению, у нас не было. Сейчас будем искать, как связаться. Блин, что за фигня? Впереди опять
сверкают молнии. Мы только переоделись в сухое. Ну что за тревога? Сверяемся с приборами. Да не, просто смотрю, мы выйдем из этой зоны или нет. Видишь? Она долго теперь будет? Полоску. Не, вышли из зоны. Одностороннего движения? Да. Ну, знак, может, это и есть, но его не очень видно. Так, мы вышли из зоны одностороннего движения. Идет баржа. Сейчас будем с ней расходиться. У них крутые такие рога на носу с якорями. Прям тащусь, очень удобная конструкция. Балтфлот. Какая-то небольшая деревушка или дачный поселок. Это невероятный вид, ребята. Это просто невероятно. Посмотрите, какая красота.
жарко. Точнее, мокро и наэлектризовано. Смотри, на Нижней Твери берега все песчаные были, а здесь вон камни сплошные. Да-да-да. Карелия. Ну, еще не Карелия, а административно, но природа Карелии. Молоко. На камере кажется, что мы хоть что-то видим. На самом деле мы ничего не видим. Камера телефона показывает больше, чем есть на самом деле. Вы знаете, очень страшно. Я сейчас ориентируюсь по телефону, потому что камера в телефоне у меня показывает, видит больше, чем я вижу на самом деле. Сейчас надо будет дудеть. Минуту надо. Мне просто казалось, 3 гудка надо, нет? Я надеюсь, ребят, появился буй. Туман каким-то образом мгновенно ушел. Ой, господи, такой трешак. Впереди все сверкает. Посмотрите на счастливое, видите, на лицо, довольный такой. Туман прошел. Тут, представляешь, идти, тут впереди тебя 100 метров видимости. Я вообще-то впереди стояла на носу. Ты там с детьми переодевалась. Тут ветер поднялся, он поймал туман. Я искала вообще-то, я не могла найти. Не самое вообще нужное. Я думала, что нам не пригодится. Я туманный город пока вот здесь могу оставить, да? Друзья, какой трындец. Сверкает со всех сторон, просто со всех сторон. Я извиняюсь за то, что клюкаю носом, но у меня уже нос такой. Одна за другой.
молнии, громы, все это прямо рядом, прямо над нами. Начинается. Нам далеко еще до шлюза? А? Да. Еще 9 миль. Сюда. Страшно. Идет. У них там тоже шлюзовая стенка? Наверное. Блин, Юль, я же здесь каждый день бываю, и сейчас я расскажу весь маршрут. Так, там мы пойдем, ли, может, и стоит ли в темноте в шлюз идти? Ну, он же освещается, там же над ним были эти самые. Ну, наверное. Ну, я к тому, что я бы, наверное, в такую ночь, когда непонятно что, лучше бы к чему-нибудь пришвартованно переночевала, чем это... на якоре. Ты это видел, да? Да. Чем пахнет? Какими-то лекарствами. Ой, господи! Какими-то лекарствами пахнет. Может, рядом это сам будет? Дерево. Деревом пахнет. Да, дерево. Новое, да? Да. Набирать моречной воды? Да. Ой, молнии. Здесь полно молний. Со всех сторон молнии.
8 миль. Еще 8. Дальше. Ну все, блин. А? 2 часа еще. Камера вообще не передает того, что тут происходит. Молнии, гром со всех сторон. Я просто не успеваю крутиться каждой молнии, потому что просто со всех сторон. Темно. А сейчас еще ливень пошел. Будем надеяться, что он будет без града. То и дело попадаются неосвещаемые пешки. Вот что пахло. Здесь опилка. Просто мы когда свернули, был запах дерева такой резкий прям. Поработать. Мне рулить? Да, тебе рулить. Ручку дай мне. Ты во внутри будешь работать? А? Ты внутри будешь работать? Я под навесом могу. Не бросай меня тут одну, да еще и с Олегом. Что? Не бросай меня тут одну, да еще и с Олегом. Над нами сверкают молнии. Вить, пропусти Олега в каюту. Град опять. Опять град. По штанам. Вода стекает в сумке. Попрометчиво было управлять. Знак вдоль берега, Витя. Да, вдоль берега. Куда идти? Видишь карту? Вот она, зона началась. Да. Ходи туда, ближе к берегу. Там кинем якорь. Хорошо. Это то, что длинное. Я пошел якорь на нос уносить. Хорошо. Медленно вдоль берега иди. Там глубоко до самого берега. Спрячься!
Окей. Готов? Да. Нейтраль. Так, вроде держит. Да, держит. Так, Белл, дай мне фонарь. Да. Хотел полез ставить. Пишет фонарь, я как бы. Баржи пошли одна за другой. Видимо, их из шлюза выпустили. Слышь. Ну что, кошка? Заходим, включаемся. Кошка, пусти. Кошка, пусти. Че? Мокро тебе, да? Сейчас послушаем. Очень близко.